хочу показать, какие яички меня дают мои молодки. Вот какого размера яички. Вот это несут наши две старушки похимхины. Вот яйца. Вот такие вот яички это дают у меня девчонки мои лохматые в шапочках, которые черные и рыжие. Вот. Если коробок где-то 5 сантиметров, то яйцо сантиметров 6-6,5. Крупное отборное яйцо. А вот такие яйца дают у меня утки. Не всегда, конечно, но очень много вот таких вот яиц. Двужелтковые. Ну, просто размером почти с мой кулак. Если со спичечным коробком сравнить, то заметно. Огромные просто. Вот разбила я 3 яичка. Как видим, все яички оказались двужелтковые. И это курочки только-только вот начали нестись. Сразу двужелтковыми яйцами. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что плохо я своих подопечных кормлю, то я думаю, что от плохой кормежки такие яйца быть просто не могут. Ну вот, что я могу сказать. Жизнь в нашем курином царстве потихоньку приходит уже в русло, в нужное. Птички выправляются. Конкретно вот эта вот бусинка была совсем не какушенькая. Крылышки уже висели, ее все обижали, топтали, на ноги уже практически не вставала. Отсадила, выходила. Вот результат налицо. Вот один цыпленок вот из таких вот смесь с легорными тоже лежал, вообще лежал полностью в лёжку. На ноги уже вообще не вставал. Лечила, конечно, очень долго, месяца полтора. Но потихонечку начал сначала садиться, потом вставать. Ну и в итоге бегает где-то в общем стаде. Сейчас вот еще один такой же на излечение у меня. Несколько цыплят отсажены отдельно, они лечатся. Сильное питание. Вкусняшками их кормлю. Да, Люся? Вот это вот у нас самое главное. Хулиганка самое главное, да? Боевик. Обижает всех подряд. Это вот курица у нас приехала с нами с Архангельска. Все разбежались, кто куда. Все где-то бегают, гуляют. Кто чем занимается. Кружавчик сегодня меня порадовал очень. Уже стал более активный. Уже кушает, гуляет хорошо. Ножки вроде как начинают крепнуть. Уже меньше дрожат. В ногах не путается. А то было-то ведь совсем дело плохо. Прямо падал, переворачивался на спину. Вот теперь уже, слава богу. Вот это мой малыш, которого вот я выхаживала. Матильда пришла. Ну что, Мотя? Тетя Мотя, ты моя. Она аж все время за мной бегает. Где я, там и она. Так что потихоньку все налаживается. С болячками, надеюсь, мы уже большое мы освоили урок. Самых крепких мы вылечили. Вообще, если говорить
конкретно о кокцидиозе, то, получив множество рекомендаций, консультаций, советов, почитав на разных форумах, я узнала, что при данном заболевании падеж составляет 80-90%, может достигать. Но у нас, по моим подсчетам, где-то процентов 15. И в основном это молодняк, то есть самые слабые. Вообще в большом хозяйстве, на тех же птицефабриках, всех слабых цыплят их же сразу отбраковывают. Но так как я выхаживала всех и каждого, то, естественно, было очень много слабых, которые благополучно от нас и ушли. Чё, Крылёша, корки жрём, мандариновые. Ой ты, вкусно. Кролики тоже очень благодарные. Да, лапуля. Они очень ласковые. Все к рукам липнут. И все знают, у кого попросить. Да, Люся? Если Толик во двор выходит, Толика никто ничего не просит. Все знают, что надо ждать Галю. Галя придет и чего-нибудь вкусного даст. Все, тут уже все слупили. Съели, да? Ой, вы. Сейчас я вам дам. Иду своих любимцев угощать. Вареные яички протертые. Ну, где вы там, малыши? Вообще никакие цып-цып у нас не работают. Все мои цыплюшки откликаются только на одно слово. Банда! Банда! Где банда? И не бегут, наелись. Уже всех покормила. Уже все наеденные. И не бегут. Прибежали только самые активные. Вот это была спящая красавица. Вот, как видим, она уже тоже стала одна из самых активных. Сегодня вообще все молодцы. Все сегодня молодцы, все сегодня были активными. Тут у нас что? Кто тут у нас? Кусаем? Ну-ка, давайте-ка я вам дам. Ну-ка, давайте-ка дам. Ты мои-то хорошие. Мои-то лапунюшки. Вот, все прибежали. Бусинки. Бусинки. Ну-ка, давай, вот, клюсь, мисочки. Ну-ка, эй, красота моя. Давай, ешь. Вот, молодец. Молодец. Все поправляются у нас. Птички стали активные. Падеж у нас пошел уже на спад по максимуму.